Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу спеть для вас песню на стихи нашего земляка, который жил в деревне Ворца, Михаил Федотов. Он писал стихи, играл на гармошке, был хорошим человеком. Вот. Теперь его стихи остались жить, на них мы пишем песни. То есть я сегодня пою на его стихи песню «Ты и я» называется. Летаем руки, чтобы снова жить, не боящихся разлуки, не разъединить. И тогда играем гусли над родной землей, и тогда летают гуси фоном мы с тобой. Тогда играет гусли над родной землей, и тогда летают гуси, словно мы с тобой. И стоит в краях подлунных так заведено, что стучат два сердца юных. Играют гусли